Приветствую вас, друзья. Приехала мне такая посылочка с колоночками. Bluetooth колоночки. Давайте, в общем, распакуем, посмотрим, что это такое вообще. Довольно неплохо упаковано, кстати. Не повредилось. Упаковка выглядит вот таким образом. То есть это такие две Bluetooth колоночки, которые спариваются, которые можно использовать как саундбар, в принципе. Что здесь имеется? Active speaker, то есть активные динамики. Вот 3 ватта, 35 дБ, 5 вольт, 600 мА. Размеры этих колонок можно 2 в одну сложить, это указано тоже. 2.0 канала, то есть не 2.1, 2.0. То есть можно использовать для ноутбука, так вот подключить. Здесь еще в описании указано, что здесь Bluetooth 5.0 версии. Так, давайте откроем, посмотрим, что это за колоночки. Кстати, внутри такой блистер обычный. Маленькие. Я думал, они чуть покрупнее будут, но китайская. И здесь китайская какая-то инструкция. Простенькая такая, в общем, думаю. Так, сами колоночки. Вот так выглядят эти колоночки. Давайте я пока что, в общем, отключусь, проверю, потестирую их, а потом уже более подробно про них расскажу. Здесь, кстати, вот так вот таким пазом можно сложить в одну. И получается такой вот типа мини-саундбар, так сказать. Итак, проверил эти колонки. Прежде чем включить их, я еще пару слов хочу про них сказать. Бывает эта версия Bluetooth и бывает обычная версия. Bluetooth — это не значит, что они подключаются по Bluetooth, то есть без проводов. Провода здесь, как видите, встроенные. Что сюда, что сюда. То есть метр друг от друга и метр кабеля USB и метр кабеля вот этого, получается, тоже отдельно. То есть можно подключать к ноутбуку, к компьютеру. Это и есть ноутбучные, компьютерные, наверное, колоночки такие. Это Bluetooth-версия, но чем отличается Bluetooth? Это то, что включается здесь Bluetooth отдельной кнопочкой. То есть по кабелю вы подключаете, как обычно, к компьютеру или к ноутбуку, к примеру. А когда включаете Bluetooth, то можете подключить, к примеру, к смартфону. То есть вы можете ходить со смартфоном по дому, включать какие-нибудь треки со смартфона и слушать различную музычку с вашего смартфона по Bluetooth. Без кабелей эти колоночки не включить. USB, понятно, это питание. И здесь указано, что здесь для наушников, как обычно в компьютерах, два разъемчика таких имеется на передней панели. Плохо фокус берет. Для наушников и микрофончик. Этот кабель, в принципе, не обязательный, но они его, получается, вывели сюда. То есть, подключив колонки, вы сможете от колонок уже подключаться к каким-нибудь наушникам там или микрофону. Вот эта часть металлическая, это все остальное пластик. Соединяются эти колонки, как я уже показывал, в принципе, вот таким образом. И получается такой мини-саундбар. Можно поставить там под монитором, к примеру, и слушать таким образом. Ну, в общем, сейчас я подключу их к компьютеру, покажу, как они работают. Итак, подключил эти колонки к компьютеру. Обычно сразу, когда их подключаешь, сразу можно пользоваться. Но я их уже выключил. Для того, чтобы их включить или выключить, нужно удерживать вот эту кнопочку. Просто нажали и держите. Но, как слышите, здесь язык китайский, хотя бы был бы английский, было бы лучше, но здесь просто вообще непонятно, что она говорит. Но я сейчас попытаюсь просто рассказать. Это просто включилось. Один раз зажимаете, кнопку удерживаете, эта колонка включается. Еще раз зажимаете, колонка выключается. Коротким нажатием переключается на Bluetooth и обратно на колонку. Плюс можно регулировать вот этот ползунок громкости. То есть, когда вы максимум делаете, вам говорит китаянка, что это максимум громкости, в общем. Ползунок крутится бесконечно в любую сторону. Только голос китаянки предупреждает, когда максимум громкости. Давайте, в общем, какую-то музычку включу сейчас. Например, здесь максимальная громкость. И здесь тоже сделаем максимальную громкость.
Ну, в принципе, здесь очень неплохой звук для таких колонок, очень неплохо. Есть бас, есть, в общем, средняя. Конечно, не стоит от них ждать чего-то сверхъестественного. Работают обычно. Это мы только что слушали музыку на компьютере через кабель. А теперь переключимся на Bluetooth. Для того, чтобы включить Bluetooth, просто нажали один раз. Так долго говорит. В общем, переключается на Bluetooth. Вот здесь у меня уже активно сразу. Указано спикер активно. И включим какую-нибудь музыку со смартфона. Теперь добавим громкости. То я ее убрал. То есть вы поняли, можно слушать по Bluetooth с помощью смартфона, или можно просто использовать как обычные компьютерные ноутбучные колоночки. Стоимость таких колонок вы сможете узнать по ссылке под видео, я вам там оставил ссылочку, где их можно купить. Я покупал их, по-моему, за 30 или 33 доллара, точно не помню, там есть Bluetooth версия, есть обычная, чуть-чуть дешевле, в принципе, обычная. В общем, актуальную стоимость вы сможете узнать по ссылке под видео. Я надеюсь, этим видео кому-то помог. На этом тогда будем прощаться, до скорой встречи, подписывайтесь, как обычно, ставьте пальцы вверх, пока!